Издревле таджики были мирными людьми. И не было случаев нашествия этого народа на соседа с целью поработить, причинить вред или отобрать кусок хлеба у его семьи. Но что-то пошло не так. Разразилась гражданская война. И мы все являемся ее свидетелями. Столько смертей, потерь, горя и разрухи пережил наш народ. Вроде пережили. Раны еще свежие, правда. Но они затягиваются. Но что происходит сейчас, когда случаи пыток, физического и психологического насилия участились? Или они были всегда? Просто сейчас, в эпоху развития информационного общества, все становится известно быстрее, чем раньше? Что мог сказать муж жене, что это заставило ее броситься в бурную реку вместе с детьми? Да, в мире нет идеальных обществ. Демократическое оно или тоталитарное, в любом есть институты, ограничивающие свободу с целью исправления поведения. Дисциплина, иерархия и подчинение – главные боги таких заведений. Но насколько подобные институты придерживаются существующих правил, установленных законом? Почему есть самопроизвольные инициативы, усугубляющие уже и так строгие правила, граничащие со злобой, ненавистью, агрессией, унижением человека и его достоинства? Вы знаете, что такое пытка? Это физическое насилие, истязание, применяемое при допросе обвиняемого с целью добиться показания или признания своей вины. Исправительные учреждения стали кузницами пыток. Но тюрьма, оно и так изолированное место, ограничивающее свободу, передвижение и мысли творчества, оно уже может способствовать позитивным исправлениям и без пыток. Попробуйте изолировать себя хотя бы на неделю. Без нормальной пищи, дружеского общения и привычных житейских дел. И вы сойдете с ума. Нет ничего и печальнее, чем психушки и тюрьмы. Но пытки сделали эти места заключений дьявольски изощреннее. Инквизиторскими островками ада, усугубив положение его обитателя до невыносимого страдания. Кто придумал способы подавления и унижения личности? Разве такие способы где-то прописаны? Живет ли любовь в глазах истязателя? Живет ли оно в его сердце? Конечно, должно жить! Он же муж, отец, сын! Он же человек! Или нет? Что может заставить человека выпрыгнуть из окна помещения? Галлюцинации? Психические расстройства? А еще страх. Побег от боли. Жутко страшные боли. Желание принять объятия смерти, чем находиться в руках людей, которые не верят произнесенным словам, которые хотят услышать то, чего не было, не совершалось, которые алчно навязывают свое мышление, которые владеют силой превосходства. А ведь полно комнат с одной дверью, и то закрытой наглухо. Откуда нельзя ни выпрыгнуть, ни избежать той боли, которую невыносимо терпеть. И тогда организм человека реагирует на это злодейство, лопая кровеносные сосуды, разрывая сердце и печень на куски. Кровь вытекает по всему телу, выходя из своих берегов, как наши горные реки во время сели. Страдает человек, страдает природа, страдает дух человеческий. О!
А вы знали, что рвота – это реакция организма на боль? На жуткую боль. А асфикцию? Это резкое расстройство дыхания, обусловленное недостатком в крови и тканях организма и кислорода. Избытком углекислоты – это удушье. Многие люди умирают от механической асфикции рвотных масс. Это означает, они захлебнулись от рвоты, которая произошла от тупого удара в область живота. Все, сгодится. Добиться цели. Признание любой ценой. Электрошокеры! Блоки! Ботинки! Все сгодится для достижения цели. А смысл цели? Закрыть дело чем раньше, тем лучше? Может быть, разобраться в деле? Закрыть дело. Для этого нужно больше времени. Терпение? Закрыть дело любой ценой. Даже ценой жизни невинных людей. Der intizori tuyam ey azistarin biyo biyo barkhonay chashmam ey behtarin biyo biyo ki dar havasi intizori tuyam sham shamani mofuru ریخت بر زمین بیا بیا جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا عذابت کشت من جانم ای نوری چشمم بیا 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 جانم بیا بیا ای بهترینم بیا عذابت کشت من جانم ای نوری چشمم بیا Да, общество нуждается в защите своих границ. Поэтому и нужна армия. Но почему тысячи молодых мужчин хотят избежать участи службы в армии? Они что, не патриоты? Боятся отсутствия домашней пищи? Родительской опеки? Тепла домашнего очага? Или из-за дисциплины? Так к дисциплине можно привыкнуть, если она дозирована в нормальных пропорциях. Просачивается информация в обществе о том, что происходит в воинских частях. Злоупотребление властью командного состава, превышение их полномочий, унижение новичков по стаже со служивцами. А ведь этих мальчишек доверили им родители в надежде увидеть их окрепшими, возмужавшими, готовыми стать отцами, главами своих семей, отслуживших свой долг, пополнивших ряды полноценных граждан. И что в итоге бывает? Извещение о смерти солдата с предписанием захоронить тело самим родителям. Вы представляете чувство родителей получить тело своих детей для захоронения? Они ведь надеялись встретить их живыми, здоровыми. И что в итоге? Бездыханное тело со шрамами, ожогами, порезами. И часто с диагнозами медэкспертизы. Разрыв сердца, печени, кровоизлияние мозга, кровотечение пищевода или тонкого кишечника, перебитых шейных позвонков, перелом позвоночника и черепа. Они что, хотели кого-то убить? Уничтожить? Украсть? И поэтому нужно было их проучить таким образом,
Нет. Они были всего лишь новичками, растерявшимися от жестокости сослуживцев. Есть ли оправдание для людей, причиняющих зверство? Многих осудили существующими законами за превышение полномочий, халатность должностных обязанностей, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Сроки их от 9 до 15 лет. И вы думаете, они справятся? Они ведь часть нашего общества, и они вернутся в наше общество. Кто будет ими заниматься, чтобы они исправились, и захотят ли они исправиться? Что значит исправиться? Как можно оправдать зверство, издевательство, унижение в армии и закрытых учреждениях? Что заставляет надзирателей, сослуживцев быть такими жестокими и наслаждаться чужой болью? Интересно, а какое у них было детство? Достаточно ли материнского тепла они получили? Отец не смог стать примером честности и мужественности? А может быть, они были свидетелями домашнего насилия и сами подвергнуты насилию? Или вообще не было никакого воспитания? Поэтому отношение к самим себе как орудию мести. Но истязатель не уважает существующие законы, потому что ни один закон не призывает к насилию. Наоборот, каждый закон призывает к порядку, миру и уважению существующего строя. Но истязатель знает другое. Что он закон? Он использует свое физическое, психологическое превосходство для подавления слабее рядом идущего, сидящего. А значит, он оправдал себя в своих собственных глазах, имея право причинять боль. Вообще-то, только Бог имеет право испытывать человека. Любовь, уважение и верховенство законов – это единственная панацея, выход из положения, который не позволит поднять руку на другого человека. Любите друг друга, уважайте, лелейте своих детей, чтобы ваши дети не выросли извергами и стали полноценными гражданами. Свобода. Свобода! Именно оно дает право выбору. Если уважаешь самого себя и своих близких, то никогда не позволишь самому издеваться или быть предметом издевательств. Поэтому мы и люди, мы сами придумали законы общежития, чтобы не мешать друг другу процветать и развиваться. От нас самих зависит почитание и следование законов. Они для всех. Для всех одинаковы, невзирая на экономическое и социальное различие. Законопослушание прививается с детства, с молоком матери. Поэтому
чем законопослушнее мы, тем богаче и цивилизованнее наше общество.